Как отмечает Евгений Жаравин, в первую очередь он фотограф. Любое путешествие не обходится без камеры. Однажды, говорит Евгений, ему даже пришлось вернуться обратно. Забыл технику дома. В свое время хотелось учиться рисовать красиво, но что-то не пошло не так. Я начал фотографировать. Более осознанно начал заниматься фотографией, когда родилась дочь, начала расти, меняться на днях прям. И уже надо было как-то это фиксировать, потому что это уже свое родное. Пришлось таким макаром увлечься фотографией. Все оттенки белого можно увидеть в Центральной библиотеке. На снимках запечатлены красоты Верхнекамья, Алтая, горы Эльбрус и Казбек.